Добрый день. И сегодня у нас тема такая скандальная и нашумевшая. Это что не так у нас с объектно-ориентированным программированием. Произошла эта тема из статьи Гебриэла, которая вышла, ну, наверное, почти там, больше 15 лет назад. Называется она «Objects have failed», то есть объекты провалились. Да? И мы разберем, что действительно с ними не так. После этого, после этой статьи огромное количество вышло разных там, ток-шоу, значит, каких-то презентаций, докладов, статей. Все начали это обсуждать и до сих пор обсуждают. Ну, Гебриэл не первый, собственно, тему начал. Она просто пришла в такое активное состояние, когда они все говорят только после его статьи. А вообще так на самом деле еще Страуструп и Дейкстра и Степанов говорили о том, что ну, это совершенно, совершенно не то, хотя там, Степанов один из разработчиков STL для C++, а тем не менее объектно-ориентированное программирование он считает плохой идеей. Ну, не вообще плохой, а имеющий такие критические недостатки, которые, скажем так, ставят под сомнение использование ООП для определенных задач. Ну, начнем сначала. Во-первых, первые проблемы, с которыми, за которые ругают ООП, это что оно присвоило огромное количество идей из других парадигм. Ну, то есть эти идеи не появились в ООП, но таким образом привязались за время существования этой парадигмы, таким образом привязались к ООП, что всем кажется, что это они порождены, собственно, этой парадигмой и больше нигде их нету. Значит, ну, самое простое – это построение программных абстракций. На самом деле у нас в любых парадигмах и вообще все, что мы делаем в компьютере, это все абстракция. Даже, допустим, там, регистр процессора – это тоже абстракция. Там, или там, стек, или инструкция процессора – это абстракция. Не говоря уже о том, что абстракции – это переменные, функции, процедуры. То есть даже до классовых объектов у нас куча абстракций было. Естественно, есть абстракции в функциональном программировании, там, функторы, монады, есть в реактивном программировании, потоки событий, операторы. То есть это все различного рода абстракции. И, собственно, ООП – это не первая парадигма, которая заговорила про абстракции. И вообще, когда человек начал думать, вот еще до компьютеров, задолго, да, то он уже думал только абстракциями. Мы ничем не можем думать, кроме как абстракциями. Ну, следующая вещь – это наследование. И по поводу наследования тоже, на самом деле, функциональные языки многие появились до ООП-шных, и наследование в них тоже было. То есть функциональное наследование, которое, как я вам показывал в отдельных лекциях, ну, допустим, через частичное применение функций, то есть можно унаследовать одну функцию от другой через частичное применение, можно найти обратную функцию или же замкнуть функцию на контекст и таким образом построить над одной функцией другую абстракцию. То есть наследовать абстракции как при помощи агрегации, так и при помощи композиции функциональное программирование научилось гораздо раньше. Значит, потом такая идея, как инкапсуляция. Ну, естественно, что до ООП инкапсуляция тоже была, и была она, ну, каким образом? Значит, были модули у программы, ну, модульность появилась еще до ООП, конечно же. И у каждого модуля могли быть свои локальные данные, у каждого модуля мог быть контекст, ну, собственно, у процедуры функций были контексты. Можно инкапсулировать различные структуры данных внутри контекстов модулей процедуры функций и таким образом, собственно,
скрывать их от внешнего мира. Естественно, что модули друг другу расшаривают какие-то интерфейсы, ну и интерфейсы, и понятие интерфейса, оно тоже появилось еще до ООП, и модули шарили друг другу контракты или интерфейсы, и прекрасно. То есть это набор методов в ООП-шном стиле и просто набор процедур, которые можно вызывать у интерфейса в обычном процедурном программировании или же там, значит, структурном программировании. Потом идея декомпозиции. Ну, на самом деле идея декомпозиции, она общеинженерная, то есть что-то крупное, большое нужно разделить на части, и потом, значит, с этими частями уже мы понимаем, как работать. Мы уже, проведя, допустим, несколько уровней декомпозиции, можем дойти до совершенно примитивных конструкций, которые вот укладываются у нас в голове, просто пишутся при помощи синтаксиса, и потом они уже объединяются опять в одно целое. Ну, то есть декомпозиция, она появилась, я думаю, что вообще как бы тоже, как только человек начал мыслить абстрактно, сразу начал проводить декомпозицию сложных понятий к простым. Ну и, конечно, она была там в механике, в физике, в математике, и прекрасно она была в неструктурном программировании, и в структурном программировании была, и в функциональном. То есть это общая инженерная идея. Потом два полиморфизма. Один полиморфизм имеется в виду параметрический полиморфизм, то есть это когда у нас есть какая-то функция, и на вход функции могут приходить, значит, значения разных типов. То есть там, первым аргументом может быть, там, допустим, float, а может быть integer. Да? Или же там, для ООП, ну, аргументами функции могут быть, там, ну, допустим, там какой-нибудь поток. Но какой этот поток, будет ли он, допустим, поток, связанный с файлом, или поток, связанный с сокетом, мы не знаем. Это просто интерфейс-поток, и это уже полиморфизм подтипов, то есть такой вот ООП-шный полиморфизм, который еще называется как принцип подстановки Барбера-Лисков. То есть это возможность вместо, значит, базового класса в определенный там метод как аргумент, или, допустим, в определенное свойство записывать, или в определенный метод передавать, вместо какого-то базового, вместо родительского класса можно передавать любых предков. То есть вместо, значит, там какого-нибудь обычного сокета, который реализует, понятно, интерфейс сокета, мы можем передать там, значит, какой-нибудь веб-сокет, который вот он обернут в такой же самый интерфейс, как обычный сокет, и естественно, что у нас там наша программа, которая предполагает, что вот в этом параметре функции будет там что-то, что реализовывает этот интерфейс, или, допустим, в этом свойстве будет лежать что-то, что реализовывает этот интерфейс, удовлетворяет требуемым, собственно, параметрам. То есть такое нам подходит. Если это через свойства, то это практически внедрение зависимости. То есть мы можем в свойство какого-нибудь объекта записать ссылку на другой объект, который удовлетворяет определенному контракту. Вот это будет подстановка. Или же передать его в качестве аргумента в функцию или метод. То есть это тоже будет подстановка. Оба этих полиморфизма, они на самом деле, они могут быть, ну, те же самые дженерики могут быть прекрасно в функциональном программировании, то есть обобщенные типы и обобщенные функции могут быть, не обязательно делать это все на классах. И точно так же с подстановкой, с полиморфизмом подтипов тоже можно передавать их как в свойства записывать, так и в аргументы функции, допустим, передавать. Оба полиморфизма были еще до ООП. Ну, вполне возможно, что они были осознаны, описаны и популяризированы стараниями ООП-деятелей. Это, наверное, да. Тут нельзя отнимать у них, значит, этой славы. Ну и повторное использование кода. На самом деле
как только люди начали писать хоть какие-то маломальски там, на машинном коде простые программы, конечно, они сразу думали, тем более они именно тогда думали о повторном использовании кода, даже больше, чем мы сейчас думаем о нем. Потому что ну, памяти было мало, и даже сегмент памяти, там, вот, допустим, если он ограничен, там, я не говорю про совсем там, первые машины, ну, там, про какую-то x86 архитектуру, там, про там, малые бинарные файлы, которые вместе с кодом и с данными должны поместиться в 64 килобайта. Ну, конечно же, люди думали о том, что не копипейстить нужно код, а как-то его разделять на переиспользуемые функции, переиспользуемые процедуры, естественно. И, конечно же, переиспользование кода в обычном процедурном программировании, там, и в машинном коде, и в ассемблере, и в языках старых, таких как там, Fortran, допустим, или DBase, ну, конечно, было переиспользование кода. Ну, другой вопрос, что, конечно же, ООП вынесло переиспользование кода на уровень переиспользования объектов. То есть мы уже переиспользовать можем целые абстракции, ну, конечно, значит, это, там, скажем так, некоторое новшество в переиспользовании кода, но никак не принцип новый. Ну, как бы, как выглядит с точки зрения классического процедурного программиста объектно-ориентированное программирование, вы себе можете представить. То есть набрали каких-то компонентов, налепили и такое. Ну, на самом деле, это тоже достаточно такой однобокий на него взгляд. И посмотрим следующий шаг, следующие претензии, которые предъявляются ООП. Во-первых, во многих книжках по ООП очень плохие примеры. Я сразу же покажу специальный слайдик. Да? Ну, как бы на чем, на каких абстракциях обычно ООП учат? Да? Вам показывают каких-то котиков, собачек, значит, лошадей, рыбок, там, кошечек. Вот вся вот эта вот живность там, наследует друг от друга, какие-то там свойства. Или же у приличных людей в книжках на примерах геометрии, ну, конечно, геометрические фигуры тоже там могут друг от друга наследовать. И все эти примеры, на самом деле, они очень примитивные, и если вообще как в тех лекциях, которые я читаю, я стараюсь, ну, геометрические примеры у меня немножко есть, да, но животных не использовать, там, людей не использовать там автомобили или еще какие-то, значит, странные, приведенные за уши, притянутые какие-то абстракции, а все-таки использовать абстракции, с которыми мы встречаемся каждый день в программировании. То есть это должны быть какие-то, значит, там, сокеты, стримы, файлы, логеры, скедулеры, значит, ну, то есть это должны быть какие-то абстракции, с которыми вы, конечно же, и в системном программировании, и в прикладном, там, допустим, курсоры те же самые, или там, ну, там, команды, да, ну, паттерн-команда, то есть это тоже, там, ну, на примере какого-то это может быть, скажем так, больше привязанного к практическому программированию каждый день. Да? Вот все, что мы встречаем. То есть мы стараемся не приводить сильно абстрактных примеров. Вот, для того, чтобы понимать ООП. Ну, про ООП тоже есть книжки с хорошими примерами. То есть это, скажем так, такая претензия, она не всех касается. Но практически везде, во всех книжках по ООП сказано, что ООП это просто. Ну, то есть, что вот вы возьмете, и вам сразу станет просто, все ваши проблемы сразу решатся, и все сразу станет таким совместимым, гибким, понятным. Ну, это тоже не так. Мы уже сейчас сколько паттернов прошли ООП-шных, да, и сколько, собственно, приемов, сколько принципов различных ООП-шных прошли. Ну, я бы не сказал, что там все очень примитивные. Да, там есть примитивные базовые какие-то конструкции, но есть и очень сложные. То есть паттерны бывают и сложные. И, значит, применение
ООП-шных принципов, оно тоже бывает очень сложное. Вы можете увидеть в крупных проектах там, ER-диаграммы, или диаграммы, значит, классовые диаграммы, там просто на сотни и тысячи разных классов, и совершенно это сложным, в смысле, простым назвать нельзя. Ну и то, что ООП каким-то образом, значит, магически решает нам проблемы, причем делает это бесплатно. Вот важно, что очень часто говорит, что делает это бесплатно. Допустим, повторное использование дается нам бесплатно. На самом деле совершенно не так, потому что для того, чтобы использовать, ну, идею повторного использования, нам как минимум нужно унаследоваться. Это уже плата некоторая. То есть мы вводим наследование, мы вводим энкапсуляцию для того, чтобы переиспользовать код. Это совсем не бесплатно. И потом нам в этом коде, который решает проблему повторного использования, потом нам сложнее разобраться, потому что нам нужно смотреть цепочки наследования, и совершенно это не бесплатно, конечно. Мы потом просто ходим по этим файлам и там, значит, уже тратим время конкретное. Значит, что бесплатно ООП повышает связность кода и уменьшает зацепление кода. Тоже, ну, это совершенно не дается бесплатно в ООП. То есть можно сделать как слабо связанную программу, так и высокозацепленную программу. То есть вы понимаете, что связность — это, значит, насколько код внутри какого-то программного компонента, внутри класса, допустим, так как мы уже про ООП говорим, да, насколько внутри класса все его части друг с другом хорошо связаны, вот это вот связность. А если у нас есть много классов, и мы из разных классов знаем многое про другие классы, то есть если нам, скажем так, к своим методам мы редко обращаемся, а вот к чужим методам и свойствам часто обращаемся. Это уже зацепление. Да? То есть один класс зацепляется за другой, одна программная абстракция за другую. И вот, конечно же, для того, чтобы программа у нас была более управляемая, более модульная и гибкая, нам нужно повышать внутреннюю связность, а вот внешнее зацепление снижать. И это совершенно не дается в ООП бесплатно. Для того, чтобы так писать, нужно иметь опыт, практику, нужно стараться проектировать. То есть это тоже совершенно не просто так вот из-за того, что мы возьмем там какие-то паттерны, хопс, сразу cohesion меньше и coupling, в смысле, coupling меньше, а cohesion больше. Ну, это так не получится. То есть нужно все продумывать. Что еще, да, одна легенда про то, что ООП ускоряет разработку. На самом деле там у меня в конце будут ссылки на разные статьи, и в одной из них есть, в свою очередь, ссылка на исследование, которое проводилось в MIT, и оказалось, что нисколечки не ускоряет разработку. То есть одну и ту же задачу давали сделать программистам на разных парадигмах, и ООП-шники совершенно никак не выиграли по времени. Ну а в поддержке кода, ну, на самом деле, ну, в поддержке, возможно, какие-то есть, скажем так, преимущества, да? И, ну и то, смотря как спроектирована программа. То есть если она ООП-шная, то это еще не значит, что она спроектирована так, что поддержка кода будет дешевле. Да? Ну, разработка точно не ускоряется. Это уже установлено, скажем так, большой выборкой. То есть это брали не две команды, просто посоревновались. Потому что если бы взять две команды, ООП-шную там, и функциональную, или там, ООП-шную и, значит, структурного программирования или процедурного программирования, две команды взять, да, и сказать, что вот какая выиграет, та парадигма и лучше. Так не сработает. Потому что у нас, допустим, может случиться, что одна команда состоит из идиотов, а другая из высококвалифицированных программистов. И, значит, за, скажем так, одну парадигму
будут выступать идиоты, с другой высококвалифицированные. То есть мы будем сравнивать личности этих программистов, а совершенно не парадигмы. Поэтому, конечно, исследование – это значит очень большая выборка. То есть нужно взять очень много команд квалифицированных, средненьких и идиотских, и они все будут там друг с другом. И потом мы, значит, посчитаем статистики и поймем, действительно ли у нас между парадигмами есть какие-то преимущества. Ну, таких исследований, к сожалению, достаточно мало у нас пока что. Такс. Ну, и еще один миф, это о том, что ООП, значит, это серебряная пуля. То есть он подходит, вот, вот все можно написать на ООП, и, значит, ну, как бы нет таких областей, где его неэффективно применять или же вообще невозможно применять. Ну, на самом деле, прекрасно можно найти области, даже где его вообще невозможно применять. То есть, или же его применение будет, скажем так, возможно только при использовании еще дополнительных парадигм, то есть уже совмещенно с чем-то другим. Да? То есть, вот если мы говорим о каких-то параллельных вычислениях, да, если у нас есть объекты, которые живут в одном процессе, но в этом процессе у нас есть несколько потоков, то все, ООП сломалось сразу, как только есть несколько потоков, ООП сломалось, если мы не привлечем специальные абстракции параллельного программирования и не возьмем эту другую парадигму и не вставим, допустим, в определенные классы, которые, к экземплярам которых мы обращаемся из разных потоков, если мы не вставим в эти классы те самые примитивы параллельного программирования, такие как мьютексы или барьеры, то, значит, все, ООП может таким образом сломаться, потому что, ну, я вам покажу чуть позже там на небольших примерчиках, почему, ну, вы понимаете, потому что возможен параллельный доступ к свойствам и методам из разных потоков. То есть они будут мешать, потому что объект внутри имеет некоторое состояние. Если мы из разных потоков будем менять это состояние, то естественно, что будут проблемы. Так, ну вот, кстати, вот это тут такой примерчик и есть. Но сначала еще одна проблема. Значит, одна из важнейших вещей в ООП, о которой редко говорится, ну, то есть говорится обычно о там, четырех столпах там, или трех принципах, но вот о том, что ООП это вообще не эти четыре столпа, потому что все четыре основных принципа ООП, они были и до него, да? Но что есть такого в ООП, чего нету в парадигмах, которые до него появились, да? Это объединение логики и данных в одной абстракции. То есть вот придумали такую штуку, что, значит, должен быть объект, и внутри объекта есть состояние, и у него есть методы, есть свойства, можно, значит, обращаться к свойствам, там, обращаться через getter и setter, и там внутри будут меняться какие-то поля. Ну, для некоторых языков не нужно getter и setter, а просто все поля торчат наружу, и просто это состояние можно менять снаружи. Но для большинства все-таки ООП-шных языков защищенные свойства, все, значит, никто к ним не лазит, только через методы. Вызываем методы, они уже начинают там модифицировать как-то внутренние свойства. То есть есть какой-то вот защищенный подход и незащищенный подход. Естественно, что как бы идея это, ну, действительно ООП-шная, и но хорошо ли это? То есть ООП никак нам не доказал, что это хорошее инженерное решение. Оно некоторым образом сомнительное. То есть это можно на самом деле посмотреть. Я вам дам кучу ссылок на статьи, там есть примеры. И просто посмотрите, что люди это дело доказывают. И, собственно, достаточно это внушительно. Значит, идем дальше. Ну, то, что я говорил о параллельном программировании и о пошаговой модификации объектов. Да? То есть, если у нас есть какой-то объект, то даже он сам собственное состояние может менять не за один шаг, а за несколько. То есть, вот он, допустим, там вычисляет какое-то выражение и присваивает его в x, а потом вычисляет другое выражение и присваивает его в y. Вот если кто-то
втиснется между этими двумя вычислениями, может оказаться, что он уже там, скажем так, состояние начал менять, и меняться оно может только атомарно. Ну, то есть оба этих вычисления являются частью одного и того же процесса изменения состояния. То есть мы можем прочитать неконсистентное состояние из объекта. Может показаться, что для JavaScript это нам не особо актуально, потому что у нас там один поток. Ну, кто же втиснется между этими вычислениями? На самом деле сейчас уже в JavaScript возможны расшаренная память между тредами, это раз, а во-вторых, у нас есть еще асинхронное программирование, и последовательность изменений, последовательность мутации состояния объекта, она сама может иметь асинхронную природу, то есть у нас вот в этом алгоритме могут встречаться, допустим, там callback'и или промисы, или async await'ы. И как только там встречается какой-то await, это значит, что кто-то туда может всунуться даже в нашем процессе. Как только есть await, это значит, что мы будем ожидать, когда изменится состояние, когда мы сможем посчитать этот expression, получить значение, присвоить в какую-то, значит, в поле объекта или куда-то его передать, но при этом мы дальше можем делать там еще там другие вычисления, другие экспрессионы вычислять, еще делать какие-то эвейты, и все это является атомарным. А уже как только там один или несколько эвейтов получилось, то получается, что кто-то может параллельно вызвать тот же самый алгоритм, который меняет тот же самый объект, или запустить какой-то другой алгоритм, который меняет тот же самый объект. И, естественно, там будет уже неконсистентное состояние. Даже в асинхронном программировании, не только в параллельном, но и в асинхронном, если мы не будем встраивать в объекты какие-то примитивы локинга, чтобы мы защищали критическими секциями вот такие атомарные изменения, то объекты у нас сломаются. Ну, я думаю, что в JavaScript, наверное, немногие встречались с такими свойствами языка, но я думаю, что это просто из-за того, что большинство тут начинающих слушает, но если люди уже хотя бы несколько лет программируют, то я думаю, что они уже с таким и в JavaScript даже встречались. Ну, и там после экспрессионов у меня тут еще разные методы вызывают. Естественно, каждый из этих методов, вот в этом экземпле, это я имею в виду, что что-то там, этот метод с этим объектом какие-то мутации производит. Да? То есть, если я вызвал метод doSomething, а потом хочу вызвать doSomethingElse, я предполагаю, что они для достижения результата должны быть именно в этом порядке вызваны. А кто-то может в середину, то есть эти методы могут быть, ну, во-первых, они могут быть асинхронные, если я их вот так напишу, но они параллельно выполнятся, да? Если там внутри какие-то асинхронные операции. Но я же хочу, чтобы они исполнялись именно последовательно. Ну, допустим, при помощи эвейта вышел из положения. Но кто-то может опять вызвать вот тот метод, вот, который тут его код описан, да, и там еще параллельно с ним тоже начнут выполняться эти же два doSomething и doSomethingElse. Да? То есть нужно каким-то образом наш объект защищать. Это понятно. Потом очень болезненная вещь для ООП – это сплошь и рядом оверинжиниринг. То есть мы привлекаем огромное количество разных паттернов. Ну, тут написан небольшой кусочек текста. Если вам интересно, его прочтите и попробуйте его осознать. Это вряд ли получится. Так вот, прямо там с первого раза. Ну, и на самом деле все наши программы, я тут кусочек текста привел, чтобы просто не приводить сюда 10 страниц кода, да? Но вообще многие программы просто они настолько пестрят притянутыми за уши абстракциями, где не нужно, используются все паттерны. Ну, почему вы использовали фабрики? Потому что знал. Почему вы использовали тут, значит, observable? Ну, потому что я вот изучил RxJS, мне показалось, что observable это классно, и я вот их вставил вот сюда. Почему тут, допустим, нельзя было использовать там передачу просто аргументов в функцию? Почему используется открытый конструктор? Ну, потому что я узнал про паттерн открытый конструктор и теперь везде его применяю. То есть огромное количество людей, получив знания про ООП,
у них появляется такое ощущение всемогущества. И там вот я, допустим, когда в свое время прочитал книги, такие вот как «Гради Буч», «Объектно-ориентированное моделирование и дизайн», то, ну, мне казалось, ну, дайте мне любую предметную область, я решу любые проблемы. Это же настолько просто, теперь все так вот по полочкам разложено, все классно, дайте мне что угодно, я все сделаю, я все запрограммирую. Ну, и в результате у нас получаются вот такие нагромождения абстракций, ну, вы знаете это дело. На самом деле этот мем, он про всемогущество, но не только ООПшное, а вообще это, скажем так, это к любой парадигме подходит, потому что оверинжиниринг и, собственно, неправильное использование абстракций, оно возможно и в других парадигмах. Просто в ООП слишком много паттернов. Да? Если мы возьмем функциональное программирование, ну что, ну там все функция. Ну вот что ни возьми, все функция. А в ООП все-таки паттернов, ну, в каких-то книжках их там десятки, а вообще так, если собрать все книжки и все статьи, то мы там найдем сотни паттернов. И на самом деле каждый из них не лишен смысла, и если все это дело изучить, то примерно вот такое вот начинается изобретение. Такс, пойдем дальше. Значит, есть еще претензии к ООП в том плане, что можно по-разному одно и то же смоделировать. И, собственно, нет никакой методологии, как это смоделировать лучше. Вот тут несколько примеров, что у нас, допустим, нужно сделать транзакцию, перевод бабла с одного аккаунта на другой. Это может выглядеть таким вот образом. Мы сделали аккаунт один трансфер, то есть откуда переводим, вызвали там метод, потом передаем в аргументы аккаунт 2 и сколько, значит, нужно перевести. А мы можем по-другому сделать. Мы можем, почему именно с аккаунта 1 вызываем метод, почему не с аккаунта 2? Вот чем они лучше друг друга? Да? Ну, написали так, вот аккаунт 2 receive, получить из аккаунта 1 такую-то, ну, думаем, ну, аккаунт 1 и аккаунт 2 это, в принципе, равносильные вещи. Давайте просто сделаем еще одну абстракцию, payment, и будем писать вот так вот new payment, и будем туда передавать с какого аккаунта, на какой и сколько. Ну, потом подумаем, что, ну, на самом деле, payment же он не может так вот висеть в воздухе, нам нужна какая-то фабрика. Ну, будем делать банк, и у банка будет метод transfer. И уже в трансфер мы будем передавать оба аккаунта, а там внутри будет создаваться экземпляр пеймента. Ну, на самом деле я могу еще 10 шагов сделать по преобразованию этой абстракции и накручиванию тут различные, можно сюда навесить, допустим, транзакции, там, то есть мы там с одного аккаунта там берем деньги, потом они там вот какое-то время зависли в программе, а потом, значит, мы их кладем на второй аккаунт, если все хорошо, успешно, то мы, значит, эту транзакцию подтверждаем, иначе ее отклоняем. То есть мы начинаем накручивать транзакции, и конца и края этому нет. И как правильно, где остановиться, тоже не всегда понятно. То есть неоднозначность моделирования в ООП, ну, я, кстати, это сам добавил, потому что в тех статьях по, значит, претензиям к ООП, ну, этого я не нашел. Ну, все остальные пункты, ну, почти все остальные, это, наверное, ну, там, не я первый придумал. Да, скорее всего, и это тоже не я первый придумал, просто, значит, выразил это, может, другими словами. Ну, тема долго уже обжевывается. Потом, значит, через там некоторое время появились в ООП странные конструкции, как вот синглтоны, допустим, или классы, у которых все методы статические, вот бывает такое, да, или же там аномичные классы, у которых есть только поля, а методов никаких вообще нету, да, или там нету никаких полей, а только методы, и все статические. Вот что с ними делать? Вот как они вообще вписываются в парадигму ООП? Ну, в классическую никак не вписываются, и это считается в классической парадигме отвратительным антипаттерном. Но в реальном программировании такое нужно каждый день, потому что у нас просто, как только мы перешли на ООП, у нас забрали структуры.
ну вот стракты, как они все, да, все уже нету. И нам сказали, вот, значит, теперь у нас в там Java, в JavaScript, вот программируйте только на классах. Ну, естественно, что мы делаем? Мы начинаем делать, как только нам нужны кортежи или, допустим, структуры, или там какие-то вот структуры данных, ну, мы делаем анемичные классы. Что нам еще сделать, если у нас, кроме как объектов, в языке больше ничего нету? Мы начинаем лепить из того, что у нас есть. И получаем, естественно, нечто, что немножечко не вписывается в объектно-ориентированную парадигму. Ну, а зачем нам классы с одними статическими методами, но при этом, чтобы у них никогда мы не делали их экземпляров и только использовали статические методы? Но это же типичный способ организации кода в модуле. То есть у нас отобрали возможность писать модули другим образом, нам сказали, вот только при помощи классов пишите. Ну и вот сразу же появились классы, как бы, у которых вообще при жизни программы не создается ни одного экземпляра. То есть мы в классы складываем, просто чтобы в пачку сложить методы, мы их так вот складываем в пачку и используем эти классы как namespace какой-то. Да? То есть имя класса, точка, метод, для того, чтобы значит, решить проблему с тем, что у нас могут быть конфликты имен, поэтому мы их вот складываем в классы. Эти методы. И складывая их в классы, мы таким образом объявляем модули, используем классы не по назначению, то есть для объявления модулей. Ну и очень часто хочется писать что-то с глобальным состоянием, поэтому наплодились всякие паттерны типа синглтоны. Из синглтонов и статических вот этих классов строят пространство имен и таким образом вот выживают в тех языках, где кроме классов ничего нету больше. Значит, потом еще одна проблема, ну, о которой, наверное, вообще нужно отдельную лекцию сделать, это ромбовидное наследование. Diamond problem, так называемый, или Diamond inheritance, то есть когда у нас в языке есть множественное наследование, и у нас есть один общий предок, и мы от него унаследовали там сканер и принтер, да, вот у нас есть какой-то powered device, это там, ну, девайс, который подключен к электричеству, скажем так, и, значит, от него есть принтер и сканер, два разных класса. И теперь мы наследуем от них, от обоих, копировальный аппарат. Он умеет сосканировать, а потом распечатать. Ну, вроде как нормальный пример из жизни. Но теперь, если мы из экземпляра вот этого вот копера, если мы вызовем какой-то абстрактный метод powered device, ну, допустим, там switch-on метод, да, но у нас этот метод в сканере переопределен одним образом, а в принтере переопределен другим образом. То есть у нас есть две реализации этого switch-off, значит, или там switch-on, и копиер его вызвал у powered device. Ну, то есть у самого себя, но так как он наследует от powered device, то, значит, у кого нужно вызвать этот метод? Или оба нужно вызвать? В какой последовательности? Ну, то есть тут тоже разные языки программирования эту задачу решают по-разному. Ну, вот, скажем так, самое распространенное решение — это запретить множественное наследование. Как это у нас в JavaScript, так сделать нельзя, вы знаете. Ну, на самом деле, можно привести там целую таблицу, как разные языки решают эту проблему. Ну, это решаемая проблема, это не то чтобы сильно страшно. Скажем так, еще один большой аргумент, что сразу как ООП появилось, все вот супербизоны, там, значит, все зубры программирования сразу сказали, что это фу. Вот Дейкстра не любит в жизни две вещи. Он не любит ООП и не любит Калифорнию. И, конечно же, он сразу же заявил, что такая гадость, как ООП, вообще могла родиться только в Калифорнии. Ну, это на самом деле не только мнение Дейкстры. У нас и автор вот той нашумевшей статьи Габриэл, и Пол Грэм, и Александр Степанов, и Столман, и Вирт, и Торвальдс, и Сапольский, все вот ругают ООП, на чем свет стоит. Ну, на самом деле,
Это все или же процедурщики, или функциональщики, и на самом деле они очень больших успехов в программировании добились, поэтому ну, как-то все-таки полностью забить на авторитеты не получится. Ну, тем более они практически все выпустили свои статьи, в которых значит, приводят конкретные примеры кода и попытаются решить их там, значит, на ООПшных и значит, на своих языках. Ну что же нам делать теперь с этим ООП? Его можно как-то вылечить или значит, это вообще такая парадигма, от которой лучше быть в стороне? Да? На самом деле не все так плохо. Сначала нужно, естественно, освоить основы этой парадигмы, потом нужно освоить ее проблемы. И значит, если у нас не закрыты глаза, и если нам не кажется, что все хорошо, то тут мы уже можем и ООП использовать. Да? То есть, если мы знаем все уязвимости этой парадигмы, то мы, наверное, можем попробовать их обойти. То есть, придумать какие-то техники программирования, чтобы все-таки получить какую-то пользу из ООПшных идей. Потому что, как-никак, вообще-то, программы, написанные на ООП, работают и достаточно успешно работают. Почему же так получается? Наверное, как-то люди научились обходить эти острые углы и как-то решать эти грабли. Ну, самое важное, это ну, не нужно думать про ООП как про серебряную пулю. То есть, если вы освоили несколько парадигм, ну, наверное, нужно взять из разных парадигм какие-то интересные решения. И когда вы выбираете парадигму или несколько парадигм для решения каждой задачи, то вы будете тогда уже не из одной парадигмы выбирать, ну из одной, конечно, моя самая лучшая. А когда вы из нескольких выбираете, то тут вы можете уже какой-то анализ и сравнение провести. Значит, нужно знать все эти недостатки и заблуждения. Да? Желательно изучать антипаттерны, потому что антипаттерны – это, скажем так, дополнительные темы к ООП. Некоторые останавливаются на паттернах или же там на базовых каких-то конструкциях. Все, уже программировать можем, но подождите. Сначала лучше все-таки изучить антипаттерны, потому что люди-то наступали десятилетиями на одни и те же грабли. Наверное, весь этот опыт тоже обобщен. То есть паттерны обобщают опыт успешного применения каких-то практик, а антипаттерны обобщают опыт неуспешного применения, и тоже это нужно изучать. Ну, конечно же, к любой парадигме, любому там, паттерну, любой технике программирования нужно относиться критически. Нужно посмотреть, а вот какую проблему мне это принесет? Я вот возьму, там, допустим, адаптер. А что мне это даст? Если я оберну там, в адаптер или в прокси, оберну свой объект. Ну, как минимум, если я его обернул там, в адаптер или в прокси, то он уже, ну, если я передал в какую-то другую часть программы ссылку на этот объект, а там имелся изначальный объект, то они как минимум уже будут не равны. То есть у них же указатели разные теперь на них, то они теперь уже не равны. Хотя я там обернул его в прокси, то есть по сути абстракция это одна и та же осталась, экземпляр один и тот же, но уже у них ссылки не равны. Ну и могут быть, конечно, там другие проблемы. Да? Мы каждый раз должны относиться критически, вот привлекать ли мне там конкретный паттерн для решения вот этой конкретной проблемы. Избегать оверинжиниринга. Ну, тут все понятно, конечно. Так, что еще можно сделать? Ну, можно, как я вам уже говорил, про анемичные объекты и классы с статическими методами, можно на ООП тоже вернуться к старой доброй парадигме обычного процедурного программирования, то есть когда у нас есть структуры данных как объекты и есть какое-то API, то есть набор методов, и мы прекрасно значит, в эти методы передаем эти структуры, и, то есть у нас практически получится, что код или там бизнес-логика отделена от поведения. То есть мы можем и на ООП так написать, чтобы у нас основной посыл ООП не поддерживался. То есть мы можем опять разделить поведение и состояние на две разных абстракции. И во многих случаях это нас очень сильно спасает от проблем, как ни странно. То есть мы можем использовать
объекты как, значит, просто набор полей, и можем иметь там какой-то класс. Ну, вам кажется, что, наверное, при этом сломаются типы, там, значит, мы не сможем, ну, вообще, зачем тогда ООП, и что, ну, на самом деле, типы не сломаются, потому что у нас каждый метод может иметь, конечно, сигнатуру, но это не для JavaScript, конечно, сказано, потому, ну, вот, на TypeScript, допустим, да, ну, там должны быть обязательно там первый параметр функции там одного типа, там второй другого типа, там, или мы передаем какую-то там структуру, в которой каждое поле в свою очередь является полем какого-то типа. То есть если мы при вот таком подходе, когда мы разделяем данные и логику, оставим типизацию вообще, ну, то мы прекрасно, ничего не сломается, то есть мы будем дальше нормально программировать. Ну, при этом, конечно же, ну, мы немножко отойдем от ООП-шной классики, да, такое. Значит, почему мы так можем отходить? В чем идея, в чем причины вообще, почему нам иногда хочется разделить данные и логику? Дело в том, что нас, конечно же, нас окружают объекты, и практически все объекты имеют как свойства, так и поведение. Да? Ну, в реальной жизни у нас куча объектов есть. Но, тем не менее, очень часто мы пишем программы и пишем алгоритмы, которые не оперируют конкретным объектом, а они оперируют только информацией про этот объект. То есть мы можем оперировать, значит, информацией о, допустим, сотруднике и информацией о платеже, но при этом мы не оперируем самим платежом и самим сотрудником. Да? То есть если у нас же нету у сотрудника какой-то метод «беги», там, допустим, да? И когда мы его вызываем, он же не побежит. То есть мы явно оперируем не самим сотрудником, мы не оборачиваем сотрудника в объект, а мы из сотрудника выделили только значимые для нас поля, и, скорее всего, нам вообще нужен в этом случае анемичный объект. Только там, допустим, его фамилия, имя, отчество, там номер паспорта и дата рождения. Ну, какие могут быть тут методы вообще? То есть, но, тем не менее, когда мы пишем программу, допустим, которая управляет роботом, и у него есть метод run, и там, значит, метод stop, и метод, там, допустим, взять чашку, то мы вызываем эти методы, и непосредственно у робота начинают двигаться его подвижные, значит, эти самые там захваты, и ноги, и руки, и все такое. Да? То есть мы иногда можем управлять через объекты, можем, вызывая методы, чем-то управлять, и наверное, в этом случае нам хорошо бы совмещать состояние и бизнес-логику какую-то. Да? То есть если мы замечаем, что у моделируемого нами объекта, ну, допустим, объект свидетельства о рождении, у него никаких методов не может быть. Но если объект это, допустим, транспортное средство, тут уже вопрос, да? То есть это может быть модель транспортного средства, модель информации, которая описывает это транспортное средство, а может быть это у нас модель, которая оборачивает само транспортное средство, и мы туда будем вызывать методы, и таким образом мы будем давать этому транспортному средству конкретно команды. Вот едь там, допустим, на такую-то улицу, там встань, потом, значит, повернись там, или, значит, ну, то есть мы конкретные команды даем и управляем чем-то. Это на самом деле не только с объектами внешнего мира такое происходит и с разными программными абстракциями. С такими, как, допустим, там, сокеты, логеры, connection к базе данных, там, значит, или какими-то контролами на форме. То есть бывают такие программные абстракции, там, контрол на форме, которому, если мы вызываем метод типа drop, ну, там, drop-down, допустим, какой-то выпадающий список, мы ему вызываем метод drop, так он может вывалиться напрямую, да? Но если у нас есть какой-нибудь там объект, скажем так, у которого есть поле data, да, но
это просто информация о дате, она не привязана никак к пользовательскому интерфейсу. Ну, мы не можем ничего этой дате сказать, чтобы она, что она может сделать, дата, да? Вот объект типа дата, ну что он может сделать? Разве что он может там куда-то сериализоваться. Но вообще так сериализацию можно вынести как раз вот этот класс со статическими методами, и это будет как-то более понятно, потому что у нас тогда появятся структуры данных отдельно, и над этими структурами данных, естественно, привязанные к типам какие-то методы, которые могут их модифицировать и что-то с ними делать. Значит, ну еще что можно сделать, это, естественно, кроме ООП, или же применять ООП как часть мультипарадигменного программирования, или применять ООП как часть метапрограммирования. Ну, это тоже отдельные лекции. Я думаю, что несколько лекций у меня уже об этом есть, и я еще буду добавлять, поэтому как используется ООП в вот таких вот постпарадигменных вещах, как там метапрограммирование и мультипарадигменное программирование, это мы отдельно будем говорить. Значит, что мы можем сделать с инкапсуляцией и что нам тут желательно избегать? Вот тут пример такого кода, который не должен никак у вас появиться, да? Потому что тут у нас есть метод у какого-то экземпляра. Там, допустим, этот весь код написан на каком-то методе, то есть у нас есть какой-то заис, понятно. У него есть метод from, который умеет десериализовать кусок там JSON, допустим, и распихать его по полям. У нас есть свойство name, куда мы можем там присвоить имя, да, и сразу же тут у нас метод validate, который проверит теперь все свойства, нет ли там какой-нибудь, значит, неправильной такой инфы, которую нельзя сохранить. Потом мы вызовем prepare to save, а потом save to database. Вот это очень плохо. То есть вот такая вот инкапсуляция, когда у нас внутри одного объекта есть, собственно, парсинг, собственно, сама информационная модель, валидация, работа с базой данных, ну, это нехорошо. Ну, это и ООП говорит о том, что вот такая инкапсуляция, это нехорошая инкапсуляция. Тут на самом деле, ООП тоже предостерегает своих апологетов о именно таком использовании и такой инкапсуляции. Значит, потом тоже какие вещи нужно обходить стороной. Везде, где можно заменить наследование на что-нибудь другое, там нужно это сделать, конечно. То есть, если мы можем вместо того, чтобы унаследоваться от базового класса, если мы можем создать новый класс и внутри конструктора создать экземпляр вот того вот базового класса, который мы хотим, да, и записать его в свойства, то так нужно и сделать. То есть нужно использовать агрегацию объектов и, значит, наружу уже делегировать какие-то методы и делегировать свойства, как это у нас сделано, допустим, в паттернах фасад и адаптер. Да? То есть мы внутри будем держать какой-то инстанс, он скрыт за внешним, значит, интерфейсом нашего класса, но мы напрямую не наследовались ниоткуда, мы просто сделали боксинг такой вот, там вот внутри в адаптере лежит какой-то инстанс, у которого там, значит, интерфейс не совпадает с тем, что нам хотелось бы. Мы его так вот обернули, там, значит, или в фасаде, там, значит, это может быть даже несколько каких-то инстансов, мы их сагрегировали внутри одного фасада, и, значит, наружу пробросили часть методов или часть свойств, можем пробросить, можем не пробросить, допустим, да? То есть мы их уже как-то сагрегировали, и мы управляем тем, как мы их сагрегировали. Что хотим, пробрасываем, а что не хотим, не пробрасываем. А если мы наследуем, если используется напрямую наследование, то это получаются у нас очень большие деревья наследования, и когда мы пишем какого-то там уже 10-го поколения какого-то ребенка, мы можем не помнить, что у нас далекий-далекий предок делает там какую-то, значит, операцию, которую мы уже ее и не помним. Да? То есть он там
что-нибудь такое модифицируют в своих свойствах, а мы уже не ожидаем этого. И нам потом приходится всю цепочку наследования разворачивать, смотреть, что же там делают все эти предки. То есть вся логика получается размазана на все дерево наследования, и таким образом, конечно, это неудобно. То есть нам нужно уменьшать иерархию наследования и таким образом обходить. Ну, есть, это я там фасад и адаптер привел как примеры. На самом деле, я только что какой-то еще другой паттерн вспоминал, но я опять его забыл. Ну, в общем, их целый ряд. Вот там, ну, агрегация – это не паттерн, это принцип. То есть несколько паттерновых принципов есть, которые позволяют обойти наследование, где только это можно. Ну и есть такая идея, и тоже, значит, ее пропагандируют многие апологеты ООП, что не нужно наследоваться от других классов, но нужно наследоваться от интерфейсов. Ну, очень здравая идея. То есть, таким образом мы сокращаем иерархию наследования до двух уровней. У нас есть только интерфейсы и классы. И мы никогда не можем... значит, унаследовать от интерфейса класс, а потом от него еще другой класс. Да? Только два уровня, интерфейсы и классы. И таким образом, во-первых, еще разрешается, ну, можно разрешить вот эту вот проблему diamond inheritance, да? То есть когда у нас есть множественное наследование, а если у нас есть интерфейсы, то это совершенно не страшно, потому что нету той реализации, она абстрактная. У интерфейсов реализация всегда абстрактная. Поэтому ничего из этих двух интерфейсов, даже если мы наследуемся от двух интерфейсов, нам нужно будет конкретно в нашем уже классе, который мы от двух интерфейсов унаследовали, сделать свою реализацию этого метода. И, значит, понятно, что там уже не будет никакого ветвления к абстрактной реализации двух интерфейсов. Там нет кода. Ну, это, вот, скажем так, полезная идея, которая позволяет все негативные аспекты наследования разрешить. Ну и теперь пройдемся по предметным областям, для чего ООП подходит хорошо, а для чего оно подходит плохо. Как я уже сказал, что если у нас есть нечто, чем можно управлять непосредственно из программы, и мы бы могли при помощи ООП делать вот какой-то код такой, который вызывает методы, и эти методы непосредственно приводят к тому, что что-то приводится в действие, то есть вот прекрасно подходит интернет вещей, программирование микроконтроллеров, промышленная автоматизация, потому что что-то может приходить в действие. Мы вызываем методы, и что-то приходит в действие. Но, значит, есть такие области, где ничего не приходит в действие. Тут надо подумать уже, использовать ли ООП. Но вот в системном программировании это прекрасная идея. Использовать ООП в системном программировании, это я вам точно скажу, что это хорошо. То есть, допустим, если мы работаем с сокетами или там, допустим, с какими-нибудь там с расшаренной памятью или же с там какими-то абстракциями параллельного программирования. Если мы с ними работаем без ООП, а можно написать параллельное программирование без ООП, то есть мы будем тогда значит, реализовывать Mutex, просто там какие-то флаги будут в памяти. Очень неудобно. То есть, во-первых, мы тогда значит, этот флаг должны как-то сагрегировать с какой-то абстракции, которую мы защищаем. Вот у нас есть в памяти array и флаг, который говорит о том, что этот array залочен. Как нам их объединить вместе? Ну, вот при помощи ООП это хорошая идея их объединять. То есть мы можем обернуть массив, ну, то есть кусок памяти, массив это кусок памяти, обернуть его в ООП-шный, собственно, интерфейс, у него будет... Ну, это у нас теперь уже какая-то структура данных. У него есть там методы для того, чтобы считывать, записывать в какие-то ячейки в этом массиве. Есть метод, чтобы сортировать. Есть метод, чтобы там, допустим,
обратить его, типа, в обратном порядке поставить элементы там, и так далее. Как минимум, мы уже, значит, имеем какой-то внешний интерфейс. Плюс к этому у нас есть, там, допустим, Mutex, который позволяет нам защитить этот array от, значит, внешнего воздействия в каких-то случаях. И вот мы теперь можем их сагрегировать, там будет типа thread safe array, да, вот. Сделали thread safe array, там внутри мы сагрегировали mutex с array. Вот нормальная структура данных. То есть, когда мы делаем структуры данных, это хорошо, и когда мы занимаемся системным программированием другим, то есть мы, допустим, там файл, ну, можно, конечно, работать с файлом, как с дескриптором. Тогда мы, для нас что файл? Это какое-то число просто. И вот мы это число иногда должны предъявлять в разные, значит, вызовы к файловой системе. Говорим, вот с файлом, который идентифицируется вот этим числом, сделай такую операцию, сделай другую операцию с ним. А если мы возьмем это число и инкапсулируем его внутрь объекта, то мы можем и само API скрыть за этим объектом, и тогда мы можем уже мыслить не хендлером файла, или вот там, значит, дескриптором файла, а мы уже мыслим тем, что у нас есть объект, и в нем все, что необходимо для работы с файлами, скрыто. Там может быть какие-то флаги, которые необходимы для работы с этим файлом, там, с каким типом доступа он у нас открыт, там может быть записано. Там, собственно, сам дескриптор хранится, там есть методы для работы с этим файлом. Так удобнее, наверное, в системном программировании. То есть таймеры, допустим, те же самые. Вот там в JavaScript таймеры в браузере, они тоже число отдают. То есть это тоже дескриптор таймера. Но в Node.js уже пошли не тем способом. Уже нам отдают объект таймер, и у него, конечно, куча методов. Мы уже можем изучить, что у него там внутри есть, что там можно вызвать и какое там состояние можно оттуда прочитать из этого объекта. То есть это для порождения каких-то, точнее, для оборачивания абстракций операционной системы объекты очень хорошо, ну, классы очень хорошо. Для моделирования игровых миров, тут я даже не буду подробности какие-то давать, потому что, ну, понятно, что хорошо. У нас все эти самые, все там игроки, все предметы, там, все, значит, различные там события могут быть объектами, и они могут, конечно, все взаимодействовать, и когда мы вызываем их методы, они друг с другом начинают взаимодействовать. И они могут быть там подписаны на события друг друга, и связаны они могут быть и через данные, и через вызовы, и через методы. Ну, то есть игровой мир в ООП-шном стиле – это нормальная идея спроектировать. Ну, структуры данных я уже сказал. То есть нам очень удобно, когда у нас есть там деревья, списки, значит, какие-то буферы и всякое такое, чтобы это не просто был кусок памяти, вот там, значит, читайте вот так вот из него, а все-таки чтобы наружу торчал специальный интерфейс. Если мы будем обращаться не к памяти, а к этому интерфейсу, то мы точно не повредим эти структуры данных. То есть идея хорошая — использовать ООП тут. Так, пользовательские интерфейсы тоже очень хорошо, потому что там все компоненты. Ну, в основном в пользовательских интерфейсах, конечно, значит, обернуть в браузере там HTML, CSS и вот все эти вот кишки, сделать из них компонент, это не совсем просто, и до этого не сразу дошли, и не сразу смогли это сделать удобно и аккуратно, но теперь уже так делают. Да? То есть делать компонент, у которого есть свойства и методы, и ты уже тогда не занимаешься там какими-то стилями, там, значит, или дом-элементами, которые там внутри сидят. Ты к нему уже, к этому компоненту можешь обращаться, там, к гриду, там, значит, сказать что-то. Грид, давай сортируйся там по такому-то полю. Или, допустим, там, фильтруйся, грид. Для этого, конечно, там внутри скрыты кучу всяких вещей. Там сразу этот грид начнет перестраивать кучу других компонентов, из которых он сагрегирован. Там будет куча всяких дивов, там куча всяких спанов и так далее. И они там уже начнут менять свои свойства, inner HTML свой менять там, и так далее. Такс. К чему ООП подходит плохо? Очень часто плохо подходит
в ERP-системах к написанию бизнес-логики. Ну вот так, вот я так считаю. Ну это на самом деле, чтобы это обосновать, можно, скажем так, привести, там, наверное, примеры, если мы пишем в императивном стиле, в ВВП-шном стиле какие-то, значит, бизнес-процессы, да, и там будет видно, что эти все бизнес-процессы, они, конечно же, всегда выполняются в распределенной среде. То есть многие пользователи работают сразу с кучей информационных объектов. И тут, когда мы начинаем с ними работать, нам нужны такие абстракции, как, ну, там, синхронизация, вот та же самая, да, и разрешение конфликтов нам нужно, потому что если мы там в одном процессе начинаем менять объект, а в другом процессе кто-то другой начинает менять тот же самый объект, как мы можем вообще смерджить такие изменения? То есть нам вполне тут подойдет тот подход, который я уже говорил, что у нас должны быть анемичные объекты, но у нас может быть ООП-шная, допустим, ООП-шный объект транзакция. Вот транзакция нормально, чтобы она была ООП-шная. И там внутри, в транзакции, может лежать несколько таких анемичных объектов, и над этими анемичными объектами могут выполняться просто обычные процедуры. То есть вообще бизнес-логику очень удобно писать просто в процедурном стиле. Она похожа на пошаговое действие над какими-то анемичными объектами. Ну, там, делать какие-то, значит, веб-сервера, там, значит, делать роутинг к API, ну, я даже не знаю. Тут можно, конечно, ООП где-то прицепить, но на самом деле тут нам вполне хватит структур данных, каких-то коллекшенов, функций, ну, структуры данных вполне могут использоваться для роутинга, там, значит, и все. Ну, то есть просто нет смысла сюда привлекать еще ООП, какие-то классы над этим роутингом придумывать. Ну, так тоже делают, и, в принципе, это работать, конечно, будет. Ну, просто нет смысла. Для обработки видео и звука, ну, тут просто сплошные там, математические вычисления, преобразования функциональные. Это тоже алгоритмические пошаговые действия. Там, вот, ну, скажем так, для того, чтобы сделать преобразование Фурье, совершенно нет смысла делать класс для преобразования Фурье. Это все-таки функция. Ну и, конечно же, почти все другие вычисления – это все-таки вычисления, это функциональное программирование или же процедурное программирование. Если алгоритмы, то процедурное программирование. Если, значит, вычисления, это могут быть и процедурное, и функциональное. Ну и во многих научных приложениях, где у нас есть моделирование, ну, допустим, там, значит, каких-то векторных полей там, или каких-то частиц, там, где они летят. Ну, мы все-таки лучше это сделаем более оптимально на структурах данных. Просто на структурах данных в памяти. Не нужно каждую там, частицу оборачивать в объект. Это будет в данном случае просто тратой оперативки, потому что классы и объекты, они не дешевые в этом плане, просто лучше размещать там какие-то array в памяти и просто там, значит, значения в этих array держать. И структуры данных делать, там списки и всякое такое. Ну, где-то тут могут быть объекты, конечно, какие-то модели могут быть на объектах, но нужно всегда очень хорошо подумать при этом. Ну и где с оговорками подходит ООП? Ну, наверное, там платежные и банковские системы. Тут посмотрите, пожалуйста, лекцию про CQS и CQRS, да, про то, как, значит, запрос к данным и как изменение данных лучше всего отделять одно от другого. То есть мы отделили запросы от изменения, и таким образом, ну, у нас ООП распалось вообще. Но тем не менее, для большинства там банковских и платежных систем это очень хорошая практика, и, собственно, она обосновывается в отдельной лекции. Ну, собственно, с электронной коммерцией и торговлей то же самое, потому что там куча всяких транзакционных вещей и куча всяких вещей, связанных
с тоже распределенными системами, там, где у нас есть какая-то электронная коммерция, там это распределенные транзакции, а их на ООП не очень красиво, конечно, делать. Это все-таки какие-то больше в сторону там, конфликта безопасных структур данных, конфликта независимых структур данных. Ну и сетевые протоколы, там клиентские, серверные, тут на самом деле можно делать с ООП, можно делать без ООП, если вы сделаете там какой-то клиент протокола, это будет класс, ну это будет нормально. А если там, значит, вы оборачиваете каждый метод на сервере в класс, это слишком уже. То есть, ну, то есть тут, если вы плодите кучу классов, то подумайте, что, может быть, не нужно каждый метод в класс класть. Это у нас все-таки, ну, смотря какой язык тоже, да, там Java вам по-другому не даст, да, а в JavaScript это слишком уже, конечно. И у вас есть просто функция. Вот, если вам нужно написать серверный метод, то используйте функцию и какую-то структуру данных, коллекцию для того, чтобы роутить запрос к этой функции. Ну и для там, доступа к данным, конечно, тоже с оговорками подходит, потому что вот то, что делают с ООП-ОРМ, это мне очень не нравится, потому что у нас, скажем так, каждая запись, которая вынимается из базы данных, она же уже вынулась, она в какой-то, это все-таки структура данных какая-то, а потом мы ее должны из этой структуры данных еще переложить в экземпляр какого-то класса, то есть переложить в объект. Зачем? И кроме того, у нее будут там какие-то именованные поля, ну, они уже были вообще, мы ее из базы данных вынули с именем поля и значением поля и типом поля. Зачем будем перекладывать? Ну, для того, чтобы это привязать к объектной модели. Ну, потом нам получается, что ORM требует того, что у нас объектная модель описывается два раза. Вот в базе данных есть одна модель, и другая модель в виде классов лежит у нас как исходники на венике. И потом, значит, что-то одно из них меняется, надо другое менять. Ну, оно рассинхронизируется и начинаются проблемы. То есть, когда у вас доступ к данным, то, конечно, сам connection к базе данных, обернуть его, сделать объектом или классом, это очень хорошо. А когда вы все данные начинаете постоянно перекладывать в ООП-шные абстракции, это уже слишком. Ну и подытожим, что у нас не так вообще с ООП. ООП, вообще, я считаю, что оно в основном осталось непонятым. Да? То есть вот, после десятилетий того, что мы его используем, и после того, что столько сделано программного обеспечения на этом подходе, столько написано книжек, столько написано примеров кода, примеры кода отвратительные, книжки непонятные и заводящие в заблуждение людей. Поэтому тут нужно, скажем так, еще самому все это дело профильтровать и, значит, переосмыслить. Ну, то, что ООП распространяет фанатизм, да, это просто я другими словами описал то ощущение, да, после того, как вы изучили ООП, и вам все кажется простым и понятным. Это, как только такое возникает, подождите сначала, попробуйте найти какие-то подвохи. Ну, завышенные ожидания, они в основном не у программистов, а у менеджмента возникают, потому что они говорят, о, мы сейчас вот это все переведем на ООП, сделаем там, значит, рефакторинг, и все сразу станет хорошо. Или у клиентов. Ну, так не получается тоже, да? То есть завышенные ожидания нужно сразу же, надо какого-то приглашать человека, который имеет опыт, и эти завышенные ожидания к реальности привести. Ну и, конечно же, ожидать то, что у нас ООП защитит нас от идиотов, тоже нельзя, и то, что оно нам магически что-то порешает, тоже нельзя. Но это все понятно. То есть все проблемы с ООП на самом деле это не проблемы этой парадигмы, а проблемы неправильного применения этой парадигмы и того, что парадигма не понята. То есть это проблемы разработчиков, проблемы программистов, проблемы инженеров, а не самой парадигмы. А парадигму вполне можно применять.
Ну, тут вот есть ссылочки на статьи, которые желательно почитать. И большинство из этих статей там еще внутри имеют ссылочки. Пойдите по ссылкам вглубь и посмотрите все, что вы сможете найти по этой теме. Потому что тема интересная. Я думаю, что вы ее еще неоднократно попробуете переосмыслить. Все, спасибо.